Дама с собачкой, с аншлагом и бурными аплодисментами. Молодежный театр из Тюмени выступил на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра в рамках фестиваля «Мелеховская весна». Зрительный зал и профессиональное жюри высоко оценили постановку. Час 40 как один миг, в котором так много любви, остроты и страданий. Спектакль выверенный, чувства на пределе, на сцене всего 5 актеров. «Дама с собачкой» – история двух очень молодых людей, уникальность которых прежде всего в том, что они еще способны испытывать подлинно сильные чувства в мире, который давным-давно не способен воспринимать все настоящее и живое. Актеры Тюменского театра на сцене Серпуховского музыкально-драматического впервые. И так проникновенны и ярки. Диалоги с юмором и глубиной, ни намека на пошлость. Зрительный зал в восторге. Кстати, «Даму с собачкой» в рамках фестиваля «Мелеховская весна» показали лишь они. В этом году лидер прочтения чеховских произведений – дядя Ваня. Изюминка всегда в актерах. Вот, актеры прекрасные. Вот. А каких-то особых таких вывертов, что сейчас, наверное, ну как бы, не знаю, приветствуется или нет, оголенка на сцене, этого нет. Себя показать и на других посмотреть. Вот. Что-то, может быть, взять, присвоить, вот. Ну, а так, люблю фестивали, люблю. Но я вот не участвую в спектакле, но тем не менее, как директор, и худрук, и кто я еще там, актер. «Дама с собачкой» считается одним из лучших в мировой литературе рассказов о любви. На самом деле он о невозможности счастья и необходимости, несмотря на это, жить дальше. Здесь, как и практически во всех произведениях Антона Чехова, противопоставлена подлинная жизнь и ненастоящая. То есть то самое наше повседневное существование с мелкими радостями, тщеславием, налаженным и разлаженным семейным бытом. За происходящим на сцене следит и жюри, в состав которого вошли именитые критики. Критики – это же такие увлеченные натуры, и для них каждый спектакль – это особое действо, да, и они его разбирают, я вам хочу сказать, очень подробно, да, то есть они, когда смотрят спектакль, они не просто его смотрят, у них есть листочек, ручка, и не один листочек, иногда 5-6 листочков я наблюдаю, где они все прописывают буквально детально, да, и после окончания спектакля собираемся с труппой театра, с директором театра, да, с художественным руководителем. И критики очень досконально разбирают и каждого артиста, и замысел режиссера. Но и дают профессиональную оценку увиденному. В этом году «Мелеховская весна» собрала более 20 театров. От классического прочтения до авангардного – 10 дней показов. В воскресенье в Серпухове с постановкой «Независимый мультикультурный проект из Израиля».